17 июня в 19:00 в парке Минекирова состоится первая открытая бесплатная тренировка «Бежим с Кузей», приуроченная к одноименному благотворительному забегу, который состоится здесь же 26 августа 2018 года. Наша цель – объединить бегающих и еще только желающих бегать людей Ижевска, готовых показать на своем примере, что бегать легко, а бегать правильно еще и полезно. Тренировки будут проводить профессиональные тренеры и звезды мирового спорта. Первую тренировку 17 июня проведет кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Григорьев Александр. Июня в 7 часов вечера мы приглашаем вас в парке имени Кирова на тренировке «Бежим с Кузей».